В доме офицеров уже с утра кипит работа. Здесь одинцовские волонтеры помогают загрузить в машину гуманитарную помощь, которую собирали неравнодушные жители со всего округа. И уже сейчас загружают фуру, связывались с ребятами, то есть сегодня она уедет на Донецк. Соответственно, это жителям Донбасса, освобожденных территорий и также помощь нашим ребятам. Все необходимое по списку, мы всегда на связи, знаем, какие потребности, вовремя пытаемся их закрыть. Приоритеты – теплая одежда, продукты питания с длительным сроком хранения и спальные мешки, которые так важны для мобилизованных. Кроме базовых комплектов, резервистам собирают термобелье, рюкзаки и другое снаряжение. Прием гуманитарной помощи продолжается. Каждый желающий может принести необходимые вещи в волонтерский центр, расположенный по адресу город Одинцово, улица маршала Жукова, дом 26. Он работает ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцово».